Марио постримишь, потом я Давайте, могу давайте тогда. постримить. Подожди, а с кем еще Катюхи осталось играть? Надо ее обязательно цепануть. Так, все, вот с этого квейк. Сейчас мы выйдем. Я сейчас прикольчик. Ханса тут писал. Юля, а что только пятое место? Рокки Джамп не спасли. Рокки Джампа не спасли. Я так ржала. Так, все, я запустил. Хорошо, я тогда делаю рейд. Боже, как это сделать? Забыла. Сейчас, там кнопочка есть. А кто главный-то? А почему у нас Москит главный? Москит. Кем еще Якуби стал сыграть? Якуби Цап. Так, я тогда перевожу на... Карик. Да. А если с Якуби сейчас сыграешь, ее просто словить сложно. Да мне без разницы. Давай сейчас. Три, Якуби, два, скажи, что Карик один. Уже деморализован. Поехали. Можно, так, чтобы Грин она пошел. С Марио сыграла еще после меня, если они не играли. Чтобы она уже побольше есть, сыграла. Тебе да, 6 человек зацепила. Ничего себе. Юлия Сергеевна сегодня щедрая. Ага. Она всех перетащила. Не благодари. Да. Так я сейчас да. буду у играть. У тебя стало 7 зрителей. На самом деле она не щедрая, а меркантильная. Я меркантильно? Смотри, обзывается, а? Чтобы просто с ней отчетик был и хочет. Да, вот. Отчетик хочу. Поэтому как бы так. Маски, ты за главного, если что. Так, там Жара, зови. Распам надо, да? Сейчас сделаем. Так, телефон есть. Зарядку. Сегодня ребенку телефон купил. Так, Джар с Юлей, да, будут играть? Да. Мурочка, мы с тобой сегодня сыграем, да, такую партию? Ну, на жабе ты, да. Может, у меня шансы наконец-то выиграть есть. Даже не надейся. Да, он всегда есть. Нормально. Ну, в принципе, да, только я им не пользуюсь. Так, General. Так, где так, тут вы Кича? Зовете? Всегда есть шанс, а потом Илюха не допрыгнет до куда-то и все. Ну, Печенье же сказал, что я как бы жизнью своей расплачиваюсь за такое везение. Каждый маленький микромомент 5 минут жизни. И как скажет тебе игра? Слушай, было весело на самом деле, но... Ты не пользуешься тем, что у тебя стейк больше общий, когда ты отожрешься. А еще, кстати, у вас вот на всем вот Элла до текущей тысячи, наверное, да, вот если разобраться. Все вот эти, которые под скаржик. Ну, все завязывай. Да, у меня тоже такое бывает, но уже реже, кстати, да, значительно этого все равно видно. У вас ошибка у всех, ну, подавляющего большинства, у всех не могу сказать, подавляющего большинства, это как только начинается у вас драка, да, сразу счет итемов из головы. Тьфу. Блин, там кнопочка дыри, что ли, с кнопочкой стрелять эти несинхронно работают как-то. Вот. И все. Не, и непонятно, я, кто я как, не за каким айтемом во сколько приходить. То есть, если вы приходила. Подрались. Ну смотри, если вы подрались больше 2 секунд, ну реально, все. Пошла уже на другой айтем, что-то заблудилась там. Ну, по крайней мере, патроны пополняешься постоянно. Это, блин, плюс. Юль, Дара писали? У тебя еще... Илья, ты прямо меня описал сейчас, один в один. Во время... Тютелька в тютельку. Одну минуту буквально. Да, всех он записал, на самом деле. Я сказал, подавляющее большинство, примерно, до 1000 элла. Вот так теряется сильно, да. Как только драка чуть подольше пошла, все, пошел процесс как бы рассинхрона с этим, с таймингом. А что делать? Что делать, вот, Илья? Жар перезаряжается. Старайся держать один итем для начала. Ну, я так и делаю, скажешь. Нет, просто с опытом потихоньку. Ну, слушай, я вообще... Да, да, тебя слышно, Юля. Я не настолько, я считаю... Я от Мики не отходила. Как, то есть, если на... я сбилась, вот, я Юль, бегу совет мой. На дипе, приоритетней, хейвик, да, забейте на мигу, с нее уйти тяжелее, оборонять тяжелее, там штрафов можно получить 1 000 000. Забери ты хейвик. Ну, на выходе с хейви ты не штрафуешь. Вот видно было, ты каждый раз, вот он, знаешь, он забирает, заходит в телепорт, бежит направо прыжками, и с мостика в сторону рокета прыгает каждый раз.
Ну ты там пошапти, да, рокет в этот мостик, там в угол потом его закинет, в углу еще две ракеты ты ему дашь. Да. Не стоять, просто ждать. Да, ты принимай активные действия, ты его штрафуй сразу после подъема. Если на подъеме не успела, то сразу после подъема как бы его штрафуй. Слушай, я думала о желтеньких, я брала не только один, я ко второму еще бежала. То есть... Ну смотри, если ты кинешь ракету и побежишь на желтенький, хуже не станет. А если она его еще и заденет там на 70, вообще прекрасно. Ракеты писец летели, просто жестко. Угу. Ракеты залетали. Москита, ты тут нет? Угу. Как рельс. А что Джара еще нету? А, ну... Он перезагружает комп и заходит, ребята, минуту. А, угу. Вот смотрите в чат, если что, перенесите. Так, я... Да-да-да-да-да-да. Эту мышку тогда уберу с этого пока. И у тебя еще в плане переключения оружия во время сражения. Слишком долго думаешь, ну, прежде чем переключить. Прям видно у меня вообще пипец очень долго. Да, если играть с чуваками сильнее, они вообще всегда... У меня до сих пор в голове там либо скорость принятия решений просто колоссальная, да, либо, сука, они как будто заранее все знают. И кнопки нет, у них... заранее, что они ли, просто... тыкают, я не знаю. Илюх, они просто об этом уже не задумываются. У них большинство вещей идут на автомате, и они, то есть... именно задумываются о других вещах, уже там тайминги и все такое. А все такие механические действия уже на автомате. Красиво. Так, Юль, тебя Ханза спрашивает, что ты, Юль, затащишь? Посмотрим. Ну, что-нибудь затащим. На самом деле, я поставлю на Юлю. Раз. Минут 10-15, Карик. Карик, спасибо большое. Ты настоящий друг. А я забыл, с кем? Я думаю, игра в любом случае будет красивая. Карик, еще вопрос. Ты на Ютубе сервер есть? Угу. Все, там потом, как она зайдет, туда зайдем. Хорошо. Это да. Вчера перекос. На своей территории. А не хватает канала? Как не хватает? Три так, есть как минимум. Ютубе не... А, ну Ютубе мне со мной сыграть. Может, мне как раз после нее сыграть. Лучше, чтобы она больше игр сыграла уже. Ну да, типа, чтобы ее закрыть. А микронима надо еще с ней, надо микронима словить. Ой, надо три игры сыграть и все. А ты там перетягивать разве можешь? Как раз ты можешь с ней сыграть, я в это время с Марио. Что-то ну да, будет. Ну давай сначала ты с ней, я постримлю вас потом. Тут да, просто да, да. Заняты каналы, то есть Юля сейчас будет играть, она не может стримить. Скажи, ну, как раз Юля доиграет, и можно будет две параллельно запустить. Ну да. А чем, второй будет занят, что-то я не понимаю. Привет, Джар. Марио вот, просто ждет. Вот мы и встретились. Все, москит, давай. Затаскивай Джара. Ну, здравствуйте. Давайте. Так, числа. Привет. Да? Числа. Кому да. шлем? Кому шлем мы числа? Давайте мне. Ну, давайте. Без разницы, ладно. Давай, да, давайте да. мне, чтобы на стриме сразу все тоже выложу. А, действительно. У меня запущен генератор. Отлично. Раз уж есть стрим, можем было. Да? Так. Только там у тебя две буквы R или три тоже? Три. Угу. Поехали. Так, прислали мне. Джар какой хитрый. Джар 1. Или Сергеевна 16. Я, кстати, тоже думала опять 66. Итак, у Джара был один. Смотрим у нас от 1 до 11. По-моему, я выигрываю, итак, если это 16. Генерируем. Опа. 30. Жар, ты уже поддаешься, что ли? С самого начала? Да нет. Мне эта игра нравится. Интересно. Продолжай. Мне нравится, продолжай, чтобы не останавливайся. Можешь, да, дальше так же. Ни в чем себе не отказывай. Хочешь поддаваться, пожалуйста? Сейчас как не отказывай. Или не против, да? Да. Ссылки я раздал. Джар, как настроение? Смотрим, чем будем. Ну, такое, средненькое. Да, чё? Подсмотрел, как ты ссылки раздаешь в одном из, в одной из записей. Хитро, хитро, конечно. Я думал, блин, где ты находишь эту первую? Так это же она и есть твоя, которую ты создаешь. Да, да, он просто создает и копирует ее с адресной строки. Так, значит, мы баним. Блад Говенант. Его не будет. Так, сейчас я пойду тоже посмотрю. А что, Джар, ты сейчас на стриме был, что ли? Deep Embrace. Я все игры абсолютно его банил, сколько играю.
Deep Embrace, что... тебе не нравится эта карта? Нет, вообще нет. А как ты... Да, тебе просто ее надо понять, и ты ее будешь любить, она вообще прикольная. Ну, когда-нибудь, но не сегодня. Очень жаль. Инсомния. Я так и знала. Ребята уже я знала, что... прогрессируют, смотрите, скорость пиков банов растет, нам будет скоро выделять там 2 минуты, чик-чик, все. Я забанила! Почему мне не говорили, Юля, ты сейчас банишь? А-а-а. Так ты же это уже там по-русски написано. Юля, ёперный театр! Сколько ты уже этих пиков банов просмотрела? Ну, да вот в том-то и дело. Дофига. Видели, ребята, да? Ладно, сама на самом забанила. Деле все три карты. Все Юля, вот только что похвалили и все пересрала. Ну, да, все. Вообще не говори. То есть, получается, сама забанила, а виноваты остальные. Не, в общем-то, если была ошибка, я не против, давайте ВЛ третий. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все, никому не давали и вам не дадим. Хорошо. Давали. Все внимательно судим. Давали, давали. Но мы давали самым слабеньким перепикать, прям... Как бы там уже... Юля к этим не относится, поэтому... Да, Юля уже тысячу раз видела эти пикибаны, но как бы... Тут... А кто у нас айбогейзер в Квейке? Ну, кстати, заметили, я Джару дала выбрать рейнджера. Юля вроде. Потому что... А не потому что, просто дала. Ой-ой-ой, ну, кстати, лягушка тут... Лучше бы ты придумала, почему... Да, точно. Потому что у меня почти память, как у рыбки, Мега, поэтому не суди строго. А тут даже не дело не в рыбке, а то, что как ты догадаешься по этому никнейму, что это Мьюга. Да он писал уже, как-то было дело. А. У меня память, как у рыбки, но когда мне напомнят, я вспоминаю. Ой, маяк забанили на Твиче. Тоже Юля постарался. Ноль удивления, ноль. Ну да, были дела. Ну, прям уж с селедкой не знаю. Может, у золотой рыбки там хотя бы. Селедка вкуснее. Туда перешел. Селедка вкуснее? Кто-то вообще хавал золотую рыбку? Не пробовал. Плотва. Так, ребят, так. А ну-ка тихонечко. Интересно, Джар, а зачем ты забанил Никс, расскажешь? А я не люблю Никс. Он все карты ты видел, чтобы Юлия банит. Играла за тонких персонажей хоть раз? Да нет, я не смотрел даже. Без разницы. Просто не люблю Никс, как бы. О, все. Нифига ты, Скаржик, провокатор. Интересно. В плане? Предъявы за баны кидает. Нет, я просто интересуюсь, мне интересна логика. Я нисколько не осуждаю. Ребята... Я сам не люблю Никс. Просто иногда надо исходить из того, что ты видишь перед глазами. Да, Юль, что у тебя случилось? Значит... Так. Мисс Джекей банит чемпиона. Банит. Запрещает. Да, я тоже только хотел сказать. Я баню чемпиона. Получилось почти как таким голосом. Мисс Джекей банит чемпиона. Я его хотела брать сама, но пусть не достается она никому. Какой и колено твой. Отправляется в зрительский зал. Да. И тут на Corrupted выходит Строк и Пикер. Уже такая как Строк или Пикер. Ребята, мне нужно 3 минуты. А лучше 5. 5 минут, дайте. Юля попросила 5 минут, чтобы что-то сделать. И вернуться обратно. Джар какой молодец, ответственный, уже все скинул в чатик. Да, кстати, первый раз так делает. Спасибо. Значит, подсидеть Юлю в качестве организатора. Еще осталось Deep Embrace тебе полюбить, и еще больше уважения будет. Понял. Ничего личного. Не упрек будет сказано. Не, все-таки по картам есть такое вкусовщина такая. Одному реально нравится больше там. Самый саркаст, что сейчас стоит в этом режиме Deep Embrace. Так, а что у нас там сейчас будет? Так, и что у нас там? А что они голосовали-то? Заряжу, знаки. Инсомния, Авокин и Corrupted. Инсомния, Авокин и Corrupted будут, да? До Corrupted еще надо дожить, да, я так понимаю. Инсомния, Авокин, это будет... Инсомния, Зорлок, Рейнджер. Много шагов вперед, думаю. Давайте посмотрим у Джара статистику. Чар. Пока Юлька ходит, бродит. А вот у меня вопрос к Джару. Ты Галену хотел брать на этой карте? Нет.
Блин! Кстати, я тоже думал, Юля, что надо было рисковать. 2-1 или 2 минус 1? Я долго думала, рисковать или нет. И не рискнула. Что мы имеем? Ты знаешь, вот, кто у него вот, вы знаете... мощный персонаж? Ой, Афина, Галина. Москит. Нет. Ну, вот, тем более. В Дискорд глянь, вот, чтобы просто понять. Сейчас, секунду, гляжу. Смотришь экран, видишь? Нет. Да. Так, нет. Да, вот сейчас вижу. Вот смотри, пользователь Джар, да, видишь, да? Да, я вижу, что нету ничего. А теперь смотри, он есть говорит, Галена. Я не играю Deep. А вот это вот, это как бы... Deep 24%. What the fuck? На первом месте Deep, на втором Awoken у него. Так это паблики 4 на 4, это не то. Может, она не идет просто? Так. Чего? Он заходит, плюет в него и уходит. Так, да. Я тут. Джар готов? Да, конечно. Давайте выберем тогда сервер. Какой мы будем играть сервак? Может, вот Централ? Централ, Юля. Предпочтительно. Ну, а по пушкам? Иди-то лови, Морчик, после этой. Я ловлю, я в кубе. Централ, согласна? Да, Централ. Окей. Ну, точняк. Вот тут я с Миюгой согласен. Хватит трындеть, давайте нам начинаем, уже хлеба, да, зрелище. Да. Удачи. Юля, я хотел сказать, что ты вполне можешь победить сегодня. Я тебе точно говорю. Так что давай. Вполне можешь. А ты не переживай. То есть вероятность просто... не исключается. Давай просто квейк покажем и все. Да, ну, давай. Я вам выключаю звук. Давайте без лишних разговоров. Юля победит и все, погнали, ребята. Все, я теперь за Джара болеть начинаю. Все, я им выключил звук. Я думаю, так всем веселее будет играть. Так, с кого начнем смотреть? Давай с Юли, она первая все-таки. Да, да, давай Юлю. И Follow Killer. И Follow Killer. У меня вчера хоть тресни не работал Follow Killer, я прям... На нолик подбирал. Поставь его, на ноль. Ой, блядь. И чё? Ну и ничего, на всех языках будет работать, это же ноль. А в настройках можно задать, когда настраиваешь камеру спектатора, как это там называется. Понял. Все, вместо G пишешь 0 там. Ладно, я G нажал. Готовьтесь к бою. Звук сделать квек потише, а то может офигнее на троечке. Раунд начнется через 3. Хватит. Хераси, у Рейзи 384 рейтинг, первый раз такой вижу. Он типа прошел эту игру, да? Начали. Поехали, да. Оп-оп-оп, Юля, это что, это... А, я понял, это она врезалась и решила после этого задувать сделать. Я подумал, застрял. Так, она сначала врезалась и, да, и застряла, и потом дула и решила взять. Не, я пропустил. Сейчас усмотрю уже. Так, как-то странно. Пушки собирай все, пушки потихонечку. Этот не надо, ну, может, так надо было лететь. Неплохо кинула ракету, все. Еще одна ракета надо было. Получила РЛ, надо было там... Ноги, ниже. Кислотой, тут аптек нет, надо убегать будет. Ой, как хорошо, четко, кислота называется. Она очень удобно. Своевременно вот. Очень... Она так рисковала, так нельзя делать. Сейчас нельзя она ходить, навелся он там на шаге. Левать да. Надо, левать надо нафиг налево, да. И еще раз налево. Блин. И пряменько. Хорошо. Не знаю, вторую. Я бы пошел за аптечкой, за вторую могу сходить. Да, вторую надо было Мигу брать. Прошляпила. И сейчас очень медленно идет, да, тоже. 17.47, не пошел. Значит. Юля заметила все ракеты, смотри. Угу. Интересно, будет нет осечки, как думаешь? Так она с шафтом. Ну, я имею в виду, включить можно. Блевотню надо врубать. О, как хорошо, четко, а? Он убежал, блин. Да куда ж ты спрыгнула? Ну, уже рейнджер. Вот, видишь, ракет 0. Была попытка опять с ракетом походить. Сейчас пойдет сразу за ракетой из этого. Да давай быстрее. Ой, ошибка. Какай. И сразу же видишь, что дай... зажарка загоняет. Надо я послушать. Пошла. Залезь, послушать. Припасов, да. К шафту нет, 10 всего. Не следит, смотри. Вот теперь пускай послушает. Мимо боеприпасиков ходит и не берет. Да. Вот здесь снизу тоже есть.
Борьба за лидерство. Ой, там еще так, много. Смотрим за Джаром. Да, Джар на экранах. Он должен был штрафить, на самом деле, там на лайте. Ой, Юля ворвалась. Сейчас он погибнет. Да, погиб. Причем у нее осталось нормально хп еще. Да, так позволяет забрать его. Ой, словила, по-моему, сотку или что это было, рядом от стены. Ну, рядом с соткой что-то, да. Ну. Успеваешь, успеваешь, иди. Ну что ты делаешь? Ты успеваешь хэви отъесть. Смотри, лайт внизу. Забрала и ворвалась. Ну ты же лягушка. Ой, ну, не так лягушка сюда залетает в порточку. Хэви может посчитать. 25, типа. Странно, что ракету не выстрелила, убила бы. О, там, хорош. Там на одну пульку осталось. 10 ну, мега, на мигу уже надо бежать. Вот там 9, но... хорошо, да. И там 25 хэви был. Как ракета не попала, я не понял. Еще есть 7 секунд до хэви. 25. Ну ладно. Так, я Юлии тут обязательно проведу лекцию, как надо порточку залезать, залезать. Так она залетала вроде бы раньше, ё-моё, что? Да? А чё, забыла, что ли? Я вот не знаю. Как-то странно, поздно притормаживает, поворачивает, а потом возвращается. Ну, столько времени и скорости теряет. 19, да. Пушить его там. Ах, нету, нету. Не хватает патронов, вот, вот здесь, не хватает. Вот здесь всегда надо рейли. Угу. Когда от шафта выходит туда в сторону от лайта, надо всегда с рейла стрелять. Там почему-то не знаю. У меня там, по-моему, процентов 90 попадания, минимум. Хэви, по идее, тоже он забрал, там 55 где-то был. Ой-ой-ой-ой. Ну, матч интересный, 3-3. Сейчас будет мега, вот она лежит. Юли досталась за бест. Снизу с лоу-граунда стреляет ракетами. Ааа, нельзя. Может, у нее пушек нету. Машинган включи и урон подоноси так, как-нибудь, не знаю. Ну, и уже в конце концов. Хороший подлог все-таки. Красивый рейл, рейл, да. Контролить. Ну, лягушка крупная, целится. Ну, там сложно с миги уходить, конечно. Ну, ловись момент надо, провоцировать. Да, Джар не упустил. Аккуратные ракеты, то есть прям с оттяжки все стреляем. С респан, причем знает, что у противника ровно на 3 ракеты, да и все. Долго думать не надо, просто делай. Отлично отыгрывает. Лужа. Лужа, да. Иглс сейчас еще там плечику съест, аккуратненько действует. Хэви лежит уже. Слышит лягушку. А, нет еще. Не идет драться просто так. Выехали яблоко, Рейл, Рокет же есть. Рокет, Рокет, да, вот, отлично, все, шубу доставай и соли. Какой рейлган? Ай, боже. Ну вот, вот поэтому и отпускают вот так вот людей, она сейчас... Ну, одну аптечку захавала, сейчас вторую. Жар на контроле. В курсе по хэвику сейчас пойдет туда. Отличная ракета. Это фраг должен быть. Включил. Да, не надо отпускать на самом деле. Да, не спеша добить, да и все. Она сама еще. А, там рейл, что-то у меня не показался. Как интересно. И то, и другое собрал. На билочке обрывайся, да и все туда. Ну все, отдал мигу. Он по штрафе спытался, да, а. Тоже как вариант здесь было. Долго, раз, долго. Раз не хочешь лезть. Тогда штраф побыстрее, да. Рано, рано, тихай. Рано. Еще 10 секунд, 12 стояли. Можно 3 раза откиснуть. Вот у него сейчас нет реболта, а самая тема, у вас реболтика покидать. Хм. И человек сам ушел. 2-3 раза там сплэшем бы его задело. Ну, не нравится такое, уходит. Ну да. На мега досталось Юле, надо побыстрее, да, уходить, чем в прошлый раз, не задерживаться там. Сразу мега и валить.
Потому что зачастую... Пригасил кислоту и ушел. Ну да, через лужу, да, получается? Да, 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 он по луже прошел, так забавно. Мне кажется, он целенаправленно шел, чтобы именно от кислоты избавиться. Хороший нюанс, кстати, можно сделать так на этой карте. В этом месте провоцировать на кислоту. Ну тут, на самом деле, вот бордюрчик на выходе из лужи в сторону Рева. Почти кривой, на нем... Ну он глючный, короче, об него запинаешься очень часто, не двигаешься вперед, прыгаешь, не прыгаешь, вообще пофиг. Ага. Да, вот справа есть, ближе к правой стенке, он очень кривой, если ты там ну, спиной, не дай бог, двигаешься. Чем чаще делаешь, тем меньше смерть. Там будешь вырезаться. Нифига подобного. Да? Нифига подобного вообще. Там просто вдоль левого надо идти. Тогда не будет. У правой стороны постоянно это чепутня. 8-3 в пользу Джара. Остается 2 минуты всего. Это мнение не только мое. Пепыч также возмущается по поводу этих дней. Ясно. То есть там, да, есть такая вещь. Это так же, как, знаешь, на Exile, на текущем все еще там, ну, скольжение вдоль стенок. Вот, фигня. Так, а это специально сделано, скольжение на стенах, да, там сликовые места такие. Вот. И все убирают. А по поводу багов, как бы, имеет место быть, мы же знаем все, что такое Quake Champion. И не, ну я тебе равно... к тому, что как бы на ПТСе все убрали на экзаре это дело. Но, ну и зря, кстати. Тому ну, я к этому двояко отношусь. Этой карты, что можно было бы пооставлять эти места, на самом деле, скипер, их можно юзать в игре. Ну там еще освещение сильно переделали, может не все места убрали, я не знаю, но вроде как большинство. Я буду надеяться, что не все. Ну, мне они никогда не мешали. Мне тоже. Хорошая ракета. Да. Но, увы, это уже карта проиграна, так что... Остается минута походу всего, да. Вроде ее пик, кстати, обратите внимание. Ее ой, пик, ой, да. Успел на последнем дыхании. 4-11. Да, вчера играли, говорите, с МСПБ, и он в The Ranger такие вещи странные делал, для меня непривычные. Что я как бы... Ну что, на следующей карте будут другие пики, значит. Кстати говоря, может пик главного персонажа на первую карту, когда противник еще выбирает главного. Ой, да нифига, ладно. Видел, да? Да, да. Очень странно. А, ничего странного. Сфера должна была... Возродился в телепорте и, получается, телепортнулся туда наверх и в нее как раз. Одновременно с ней зашел. Ну да, но... Я, кстати, один раз видел мув, когда человек... Зашел, кинул сферу на распрыжке, получается, телепорт, обгоняя ее, пролетал ему рейлом в спину дали. Ага. Потом зашел в телепорт. И сам умер от телефрага. Так мы знаем, нет. Вылетел, выстрелил, поражал еще раз обилку и повторно залетел в телепорт. Нихера себе. Да. Ну, телефраг, кстати, больше отнимает, чем... 8000. Да, то есть тут вообще 100% вариант. А, ну он, кстати, Ханс говорит, двойной телефраг. Не так, что так сработало. А я еще, знаешь, что, кстати, Хан завидал? По-моему, Сатурн от меня подгорел. Я его пикером убил в телефраг. Залетел за ним. Да, я видел. За строго пустил. Это вообще ржака, я тебе говорю. Там просто бам! А пикер дальше летает. Космос, да, реально. Крутая тема. Так, вторая у нас будет Авокин. Что там за персонажи, сейчас посмотрим. У нас там были... Красивый у Джара. ДК и Айзен. В пролиговском костюме. Так, это когда они сказали? Ну-ка. Че? 33 минуты, все только что сказали. А, все, погнали. Угу. Мы тут что-нибудь нарисуем. Чё? Драка. Нормально, ты придумал меч. Да, мы всякую фигню раньше рисовали. Мы же дети старые. У нас так и не бывало. Да, в Акфете можно было биндить, и там выкидываешь сразу 4 или 5 сообщений, из них картинка нарисована, да?
4, да, 4 да. сообщения, и там такой фак такой в левом верхнем углу такой. Фак оф. Готовьтесь к бою. Ты не помнишь, как этот токсик на каком-то чемпионате? Раунд начнется. И это еще не самое обидное, что там бывало просто. Я как бы... Да, я с кем-то играл. Так, смотрим сейчас, давай не за Юли, а за Джаром. Давай за Джаром. Так, он забрал Хэви, подбирает Рокет. И очень аккуратно, кстати, поджидает. Ждет, видимо, обхода в телепорт. Слушай. Он поздно кидает ракету, на самом деле. Он когда услышал прыжок, надо было уже кидать ракету. Там, как правило... На этом вот Элла люди хороший прыгают, план. А позднее они уже перестают прыгать даже. Понял, что мы как раз не контролили тебя ракетой вот так. Я понял, да. А тут все прыгают. Я сколько не смотрю, все прыгают еще. Хороший, очень хороший нюанс. Я, может быть, что-то такое и подмечал, но, кстати, так и не заострял на этом внимание. Да, у этого телепорта много маленьких микромоментов есть на самом деле. Отличная драка пока идет. Ой, вот, Джар получает ракета. Отличную контрольную ракету, и ему надо сейчас, но не здесь только. Есса. Да. Отпугнул, смотри. Он забирает свой хэви. Так, я сейчас. Примиги 2 секунды, одна. Юля ее забирает. Слышит ее Джар. Не торопятся ребята, очень аккуратно играют, молодцы. Сейчас встреча на тэшке. Да. Вот, я тебе говорю, там у этого телепорта очень много моментов. Джампад, еще что-то. Да, на тэшке тут офигенное место, на самом деле. От тэшки можно отыгрывать реально полкарты. Вот Юле не повезло, что она отстрелилась как бы от турельки, ее вверх откинула. Под шафт прям, ну, сама себя загнала. Идеально было, да. Вот. Мега досталась Джару. Она ему нужна была как раз. Юля при этом забрала хэви, потому что как бы ну, практически в одно время они разыгрывали. Надо было кому-то делейть, чтобы... Хорошая скорость у Джара раскрышка, кстати, тоже по дуге пролетел. Ну, Юля хитренько ждет. Давай, смотри, как аккуратненько. Рейл. Так. Слышишь, надо стрелять. Спалила позицию вообще конкретно Юля. Законтрился, нет. Растерялся. Да куда же? Ну неплохо, неплохо. В принципе, в итоге. Там мы видим сквозь стену. Кстати, я вам пока отключу рентген, мне так будет чуть поинтереснее. Думаешь? Это тебе. Нет, я хочу с рентгена. Нет, так ты стримишь, тебе по-любому рентген надо. А я могу как захочу. Неплохо он ее подлавливает пока. Все удается у него. Кстати, мне кажется, Юля сейчас Рокет 3 суки включила. Эх, тут не хватает ей ракеты, на самом деле. Надо было отступать уже налево туда, за угол. Да. И турельку не торопится менять. Она у нее так и стоит, без КПД. Ну да. Вот неправильно. Она должна как бы активное участие все-таки принимать. Ну, логично. Ну просто он ее не ставит, и даже Юля больше отдает часиков. Часики это вот огонь, против него же работаешь. Тоже вариант. Ну вот, вот тут смотри, настреляло 60. Контрольную ракету ему надо было отсюда выкинуть перед прыжком. 3 болт. Мало ли она побежала бы сразу же. Да, а да, и пушки себе не добрал. Занимает тэшку и ждет. Услышал? Немножко. Задымажил. Все уже, да. Ну, чуть-чуть совсем. Ой-ой-ой, перепрыгнул, как удачно, Юля. Да, удачный для Юли. Видит, а вот это штраф. Хорошо, она даже не дошла. Она штраф еще до подъема, да, это неприятно. Вторая рельса. Мегана станет да. Жару, и можно идти обратно добивать, скорее всего. Что? Триболт пускай, да, будет тоже. Но тут он ее и добьет. Послушал, куда она пойдет. Надо было и забрать хэви, ой, хэви лайт и идти на маленький этот. Хорошая тактика тоже. На маленькую аптечку, она бы могла выжить еще на самом деле. Пробовать не сразу добивать, а чуть попозже, через пару секунд, противник, когда думает, что ушел, теряет бдительность и ворваться, и легче его убрать. Да, есть тема, что заштафить, идти к аптекам ближайшим куда-нибудь даже. Ковыряться, это масса. Отлично, обошел гвозди. Ой-ой.
собираюсь говорить. Не спешит он, да, за аптечкой, в общем. Просто занимает позицию. Да, да, у него вот этот балкон, кстати, очень часто. Причем догадывается, что Юля могла видеть, где он остановился. 2-1, если сейчас Джарш возьму карту. Вторую карту мы играем. Не будет 2-1, будет 2-0. Осталось 5 минут. Юле надо переходить к активным действиям, Маджар на самом деле, мне кажется, на это только и надеется. Юле надо контроль перебить и пару раз поштрафливать, как-то попытаться подловить его. Что он делает? Написано, он заходит, да, встречать ее всегда с позиции. То есть он будет где-то на верхах в основном. Заранее. Ей надо чуть заранее зайти на этом и поджать его на той позиции, где он ее ожидает. Может, так. Ну, он опять сейчас на выгодной позиции, он наверху. Все, он здесь и останется. У него пушка. Оп, все, спрыгнул за мигой. Услышал. Следующий айтем он будет тоже охранять с позиции. Стопудово, вот сверху открыл. Оп, пошел вот сюда, стал. Тут и останется. Интересно, почему туда пушку стоит? Нафиг он там уже? Оп, взял. По тебе не понимаю. Мигу. Что, на Т-шке будет он ждать или нет? Пойдем мне глаз, а просто позволяет. Ну да, стек позволяет врываться, действительно. Он сейчас все соберет и наберет еще мигу, если успеет. Должен успеть, да. Юли справа где-то. А, нет, вон там. Ну вот видишь, достал. Не надо было ходить, надо было забирать сначала мигу. Ну да, он позволил себе, по счету он может себе еще пока позволить такое. Время тем более играет в его пользу, остается всего 3,5 минуты. Это, ну, как бы, в принципе, уже не так уж и много. Ну, тем более... Какие ракеты? Как я запинал? 7-1 уже. Секундомер. Ну, Юля молодец, настоящий боец, играет до конца. Юля пополнила броню в первую очередь, кстати. Ну, только ради этого, если пушку стоишь, что отвлекала, при драке тут. Ну, неплохой нюанс. Ну, два раза она ее уже видела здесь. Не там он встречает чуть-чуть роки, там полно другое место стоит. Ну, пушку начал раскидывать. Ну, понадобилось, видишь, мига снова достается в жару. Тайминги он очень четко считает. Да, в теке. Красиво, да, четко рельса. Бульк. Продуманное, заранее предвиденное. Ну, слышишь же. Ну, тут будет ловить снизу, да. Много урона. Да, можно добивать, вылазить. Не повезло, Юль, не повезло, да, Юле, что она соскользнула. Вообще, в принципе, как бы могла бы мигу взять, там не мог. Да, там надо стараться не уходить. Играл. Ну, ракеты скоро закончатся. Стоит и ждет такой. Да, да. Не торопись. Одна пошла, он видит, что все они идут по одной траектории. Ну как бы, что там думать? Вот оттуда стоит и пуляет, блин. Подлавливает ее на выходе на Т-шку. Директ еще второй ракеты. Очень много зашахтило. Он аптеку опять, но ловит, ловит. Дает еще дамагу, да. Тут тоже, опять же, можно добивать. Да тут Ханза не веселая на самом деле. Дар просто получил небольшое преимущество в начале, и его просто планомерно наращивает. Все. Не спеша вообще. Хладнокровно, да. Вот такой. Вот рельса, он отойдет, она подойдет, даст ей еще урона. По респам он ее не гоняет, но вот штрафует при этом везде прям стабильно, да. Штраф. Возьмет мегу там... и пойдет ее там еще где-нибудь найдет. Там да, сейчас пойдет душить на рейле. Ушла. Пошел сам. Нет, не ушла. Да, вот устанет. И суетясь, подождал, пока подойдет на фраг. Запутался, хей. Вот я не думаю, что он пошел за мигой, получал хей. Он пришел за мигой, но неплохо отвоевал, кстати, тоже. То, чего нету.
Вот, вот. Теперь уже и мига лежит. Руки джамп он будет туда делать? Нет, забрал. Он не делает туда руки джампа. Выкинул. Не, не выкинул. Блин, не выкинул, офигеть. Ага. Одной пульки не хватило. А все, уже 2000 съел, еще фраг. 14-1. Ну да, да, это вот из той области, что как будто. Как он все время выживает? Победа. Да. Юля. Честно, за счет контроля, Джар, видишь, просто вообще поджидал в нужных местах ее, не давал ей зайти ниоткуда, просто без вариантов. Уже 2-0. Или 1-1. 2-0. Кто первый дел? Первая была Deep Embrace, Джар там выиграл тоже. Да, да. Я и смотрю, Мьюга пишет 1-1. Нет, нет. Нет, 2-0. 2-0, вот занял, 2-0, да. Занял Т-шку, я не могла попасть на Т-шку. Он и рельсу, просто счет... время просто не давал рельсу. Просто за счет позиции. Он просто... Да, вот, позиционно он выиграл. Я уже сдалась уже где-то на фраге пятом. Я поняла, что нет, я здесь ничего не сделаю. Зря сдалась. Не, Скажик. Я понимаю, что у него чуть-чуть другой уровень, и я не потяну это. Тем более на ДК. Вот теперь, если когда-нибудь какие-нибудь будем смотреть мувики, демки по Квачу, по Авокину, можно будет обращать внимание на этот нюанс. Но с Джаром так, я вот еще посоревнуюсь. Ханза спрашивает, Юлька, рассказывай, почему проиграла? Да, наверное, настрой сегодня такой. Надо было вчера играть. Вчера я заряженная была, сегодня не очень. А, да? Да. А, хорошо. Джар, ты же молчишь. Джар по скиллухе, конечно, тоже очень достойный. Последний поэтому. Вообще фраг. Последний это был, когда ну, он орёт перевес уже пару хп просто. Да, да, да. Ты не поверишь, у него оставалось 7 хп. Ты шафтом мазнула. Еще одну шафтинку. На 6 дала, у тебя шафт закончился, у него 1 хп, и он сбегает, эти две птички берет там, а потом он стреляется ракетой. Да, близко было. Моменты были, да, там все время прикольные моменты были. Ну чуть-чуть и рельсит, не хорошо рельсит, 46%. Тысяч. Блин, у меня закрыта, к сожалению, статистика, я не могу показать, что там у нас. Рельсит ну, хорошо, да. 46% да. Рельса, 1060 урона. 32 шафт, ну шафтик у меня тоже 24 слабовать. Контроль там вообще, наверное, бешеный. Сколько у вас 30... там по контролю? 15-13 у него, 3-5 угу. У меня. Вот так вот. Как бы, слава богу, не до 20. Да? На 10 больше соток съел, чем ты, получается. Я знала, что если будет обойки... На 20 соток больше съел, чем ты, получается. Прикинь? Да, на 2000 просто. Ты 20 соток не доела. Ну, я либо брони, знала, либо что если будет Авокин, то это будет его карта. Но я надеялась, что Инсомнию я все-таки возьму. Такой жаба был склад. Жаба у тебя сильная, очень такая злая, агрессивная. Прям меня ты первую мигу вообще удивила этим прорывом. Молодец. Это еще не сильная. Я еще не, я чуть-чуть переживала. Бывает и посильнее. Вот вчера надо было приходить, Жаб. Не, ну и на том спасибо, кстати. Да, слава богу, так. Джар, ты сейчас свободен? Да, что? Хочешь играть? Иди, вон. Джар, конечно, на дипе хочу играть. На дипе? Я лягушкой буду, я за нее не играю вообще. Как будто это много изменит. Ты стрим отключил уже? Конечно. Нет, еще сейчас. Вали со своей